Всем привет! Елизавета Туктамышева стала победительницей этапа Гран-при России. 25-летняя фигуристка поделилась впечатлением о своей победе на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в городе Перми. «Я сегодня каталась лучше, чем на предыдущем этапе. Старалась все делать после вчерашнего. Особенно дорожку. Четвертый уровень за нее. Отлично. Старалась хорошо делать вращения, прыжки. К сожалению, сегодня Луц Тулуп не совсем получился. На тренировках все нормально. Обидно за него. А так два акселя Луц Ридбергер по ощущениям мне очень понравились. Сегодня было легко кататься. Я довольна», — сказала Елизавета Туктамышева. Добавим, что Елизавета получила от судей в общей сумме за два проката 239,94 балла. До этого она и выиграла этап Гран-при в Москве. Второе место заняла 16-летняя Софья Муравьева, которая по итогам произвольного проката уступила победительнице меньше балла. Третьей стала Алина Горбачева. Всем удачи!